Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Таня Мусульбес, Виктор Литвинов, а также трое новеньких участников отправились на Остров Любви. Виталий Малышев поставил окончательную точку в отношениях с Алисой Литинской. Он приглашает девушек на проект и ищет свою вторую половинку. Юлия Ефременкова помирилась с Сергеем Кучеровым. Она попросила у парня прощения за то, что наговорила нехороших вещей в силу своей импульсивности. На проекте снимали рождественский бал. На съемках были многие бывшие яркие участники проекта. Вика Романец с Антоном Гусевым. Настя Лисова с мужем. Александр Задойнов с девушкой. Саша Харитонова, Саша Артемова. Николай Должанский, Лиза Кутузова. Маша Кахно, Лера Фрост с Захаром Саленко. Лиза Полыгалова, Кристина Ослина и Дарина Маркина. Татьяна Африкантова также была на съемках рождественского бала. Она похвасталась букетом, который подарил ей Рома Капаклы. На проекте ожидается массовое возвращение бывших участников. Ходят слухи о том, что Дима Дмитренко уже стал участником проекта и воссоединился с Ольгой Рапунцель. О своем желании вернуться говорит Маша Кахно. Она хочет дать второй шанс Андрею Денисову. Также, скорее всего, вернется и Саша Гозиас. За нее очень активно голосуют в ТНТ Клаб. Костя Иванов тоже хочет стать участником Дома-2. И похоже, что ребята уже вместе, они публикуют совместные фото. Марина Африкантова за периметром встретилась с Ольгой Ветер. Она отмечает, что Ольга очень хорошо выглядит. Илья Ебаров рассказал о записи нового хита. Это песня под названием «Отпускаю». Настя Лисова завершила обучение в школе телевидения Останкино. Теперь она может работать телеведущей. В сети появилось фото Егора Халявина. Русский Кен опять располнел, несмотря на все пластические операции. Елена Бушина недавно решила увеличить губы. Результатами обновления она поделилась с подписчиками. Многие считают, что Лена просто изуродовала себя. Алиана Устиненко кардинально поменяла образ. Саша Артемова рассказала, как они отметили день рождения Жени Кузина. Отметили очень скромно, сходили в ресторан, вкусно поужинали и отправились на каток. Этот шикарный букет Жене подарила Нелли Ермолаева и ее муж Кирилл. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.